Очень приятно увидеть, что, оказывается, по моей рекомендации выбирают вкусные фрукты. Я отметила, о, вкусные манго. А мне говорят, ну, по чьей рекомендации? Вот эти вот, это шикарные такие, они как персиком даже пахнут. Вот. А эти, у них тонюсенькая косточка, вы не смотрите, что они страшные. Вот это вот можно кушать прямо сейчас. Если мягкие, уже можно кушать. Абсолютно без волокон. Вот, вот такие вот манго на рынке Сумой. Еще раз посмотрите, как они выглядят. То, что они страшные, пусть вас не пугает. И вот эти круглые, очень вкусные. Внутри рынка, кстати, часто бывают.